Добрый вечер. Вы смотрите новости на 24KZ. В студии работает Динара Жамбатырова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Касым Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса парламента Ерлана Кошанова. Он рассказал, что с начала сессии депутаты приняли и направили в Сенат 35 законов. Сейчас в работе находится 69 законопроектов. По поручению президента депутаты активно участвуют в разработке бюджетного кодекса. Занимаются проектами по снижению закредитованности населения и другими. Председатель Мажилиса также отметил, что депутаты начали поездки по регионам, где проводят встречи с избирателями и контролируют исполнение поручений главы государства. В завершении встречи президент положительно оценил итоги работы Мажилиса в 2023 году, а также подчеркнул необходимость принятия законов, которые нацелены на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране. Депутаты Сената парламента встретились с молодежью, общественностью и депутатами маслихатов Атырауской области. Спикер Сената Маулен Ашыбаев акцентировал внимание на задачах, поставленных президентом страны, которые касаются защиты интересов нации. Наталья Волкова расскажет. В Атырауской области сосредоточено 65% всего углеводородного сырья республики. Но негативное влияние нефтяной промышленности региона на окружающую среду края огромно. Оплачивая экологические эмиссии, компании пополняют бюджет. Однако предприятия, которые внедряют современные технологии производства, освобождаются от выплат за эмиссии до 2035 года. В Атырау, по словам депутатов, это примерно 150 миллиардов тенге. Еще один актуальный вопрос в регионе – распределение налогов, поступающих в центр. Например, в 2022 году от региона поступило в бюджет 280 миллиардов тенге, а в 2023-2024 – 460 миллиардов. Но для решения наших экологических, в том числе инфраструктурных вопросов, требуется 330 миллиардов тенге. Поэтому стоит рассмотреть вопрос распределения налоговых поступлений. Также председатель Сената Маулен Ашымбаев обратил внимание на политические и экономические стратегии по развитию страны. Президент Казахстана Касым Жомарт Кемелевич Токаев в интервью газете «Егемен Казахстан» отметил, что демократические реформы носят не только системный, но и фундаментальный характер. В целом, в прошлом году начал работу Конституционный суд, высший орган, гарантирующий защиту конституционных прав наших граждан. Впервые наши граждане напрямую избрали акимов районов и городов областного значения. Надеемся, что эти и другие достижения и инициативы послужат прочной основой для достижения высоких показателей и в этом году. Гости региона встретились с местной молодежью и заслушали их предложения по развитию области. Также сенаторы посетили несколько экономически важных объектов областного центра и ознакомились с их работой. Наталья Волкова, Аристанбек Кенже, Айбек Байзаков, Амантай Матенов, Атырау, 24KZ. Вопросы поставок нефти и газа на внутренний рынок обсудили сегодня в правительстве. Наряду с этим затронули обеспечение надежной и безаварийной транспортировки нефти на внутренний рынок по магистральным трубопроводам. По итогам обсуждения Алихан Смаилов дал госорганам ряд поручений. Казахстан вошел в топ-10 стран по объему иностранных инвестиций. Такие данные озвучили аналитики FDI Intelligence, которые провели исследование инвестиционной привлекательности стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы. Казахстан занял 6-е место в рейтинге. Тимур Сапар расскажет подробнее. Казахстан занимал и продолжает занимать лидирующую позицию в Центральноазиатском регионе и на постсоветском пространстве. По привлечению прямых иностранных инвестиций доля нашей страны весомая – 61%. По данным Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел, с января прошлого года в стране заключили 59 контрактов на 602 миллиарда тенге. Главный вопрос – какие отрасли интересны инвесторам? Это прежде всего горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, финансы и страхование, транспорт и складирование, строительство и недвижимость, а также профессионально-научная и техническая деятельность. За 9 месяцев, по последним данным Национального банка, мы привлекли 19,7 миллиардов долларов.
Также, если посмотреть именно чистый приток прямых иностранных инвестиций за первое полугодие 2023 года, мы привлекли 4,1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Это по сравнению с соответствующим периодом, мы увидим то 80% роста. В ближайшие 7 лет, по данным Министерства иностранных дел, Казахстану предстоит привлечь в общей сумме 150 миллиардов долларов прямых инвестиций, то есть больше 20 миллиардов минимум ежегодно. К слову, в последние годы крен финансовых вливаний из-за рубежа идет в пользу несырьевого сектора. В целом эта задача у нас коррелируется с задачами по удвоению нашей экономики, размеров экономики до 450 миллиардов. То есть эти две задачи, они идут в увязке между собой. Доля горнодобывающей промышленности, она составляла порядка 70-80% с 5 по 14 годы. То за последние 3 года эта доля снизилась до 43-45%. При этом доля обрабатывающей промышленности 2014 года составляла 10%, и за последние 8 лет она удвоилась. В тройке лидеров по объему прямых иностранных инвестиций в Казахстан в первом полугодии 2023-го, по данным Миннацэкономики, снова оказались Нидерланды, Соединенные Штаты и Швейцария. Также в нашу страну вливают средства Россия, Китай, Южная Корея, Бельгия, Франция, Эмираты и Люксембург. По данным Нацбанка, за последние 5 лет Казахстан ежегодно привлекал больше 20 миллиардов долларов инвестиций. Несмотря на пандемию, в 2020-м их приток в страну составил свыше 17 миллиардов долларов. Для сравнения, Узбекистан в 2020 году освоил чуть больше 11 миллиардов. Эксперты отмечают, преимуществом Казахстана в глазах инвесторов является удобное географическое положение. Наша страна фактически является ключевым звеном на шелковом пути, соединяет Европу и Азию, и логистика сейчас в авангарде. Инвесторов привлекает и стабильность политической ситуации, благосостояние внутри страны. Во-вторых, в финансовом центре Астаны работают по британскому праву. Это также дает возможность для зарубежных компаний инвестировать. В-третьих, это упрощение налогов. Что касается картины по регионам, то наибольшая доля действующих инвестконтрактов приходится на Астану, Алматы, Акмолинскую и Алматинскую области, также в числе лучших – Жамбылская, Карагандинская и Мангистауская области. На оставшиеся регионы вкупе приходится 24% всех инвестиций. В рейтинге мировой конкурентоспособности тем временем Казахстан занял 37 место, поднявшись на 6 пунктов. По данным Международного финансового центра Астана, у зарубежных инвесторов растет интерес к развитию зеленой энергетики, инвестированию в крупные инфраструктурные проекты. При этом черная и цветная металлургия, горно-рудная отрасль, нефтехимия, нефтепереработка, агропромышленность все еще остаются привлекательными секторами экономики. Тимур Сапар, Еламан Мустафа, 24KZ. Инвестиционные проекты по программе «Тариф взамен инвестиции» представили коммунальные предприятия Восточно-Казахстанской области на общественных слушаниях. Представители усть-каменогорских тепловых сетей рассчитывают на рост потребительских тарифов в пределах 24%. В Ридере расценки за теплоснабжение планируют увеличить на 11%. За счет дополнительных инвестиций в областном центре намечена модернизация котельной в пригородном селе Хмирово и ремонт 7 участков теплопроводов. Вода почти со 100% износом. Среди ключевых вопросов и острая необходимость повышения заработной платы энергетиков. В 2023 году теплоснабжающие организации города покинули больше 80 специалистов. В Минэнерго рассматривают план трехэтапного контроля за исполнением инвестсоглашений. Увеличен штат инспекторов региональных департаментов энергетического надзора. Усть-Каменогорская ТЭЦ, Усть-Каменогорские тепловые сети и ИП «Рябинина» планируют привлечь новые дополнительные инвестиции на сумму 2,8 миллиардов тенге. Эти инвестиции будут привлекаться на капитальный ремонт котлоагрегатов, тепловых сетей. В случае нарушения со стороны субъекта обязанностей применяются меры по утверждению временно компенсирующих тарифов. В Таразе строительство школы на 180 мест затянули. В массиве казарма образовательное учреждение должны были сдать в эксплуатацию еще в августе прошлого года. В итоге дети из двух населенных пунктов вынуждены учиться в других школах. Для развозки учащихся организовали автобус. По словам руководителя управления строительства, за срыв сроков подрядчика оштрафовали несколько раз. В школе до сих пор не установили отопительное оборудование. Ответственные специалисты пообещали решить вопрос в течение недели.
недели. С проблемой долгостроя ознакомился депутат Сената парламента страны Бекболат Орынбеков. Он также посетил и Тараску ТЭЦ-4. Предприятие обеспечивает отоплением и горячей водой большую часть многоэтажных домов и больше сотни бюджетных организаций. Депутат также затронул вопросы водоснабжения 28 массивов в черте города, строительство мостов и проблему слабого отопления в одном из новых микрорайонов. Есть вопросы по 15-му микрорайону по обеспечению теплом, потому что у нас имеется информация, что жители данного микрорайона не получают тот температурный режим, который должен отвечать санитарно-нормативным требованиям. Поэтому сейчас строится вот сейчас там насосная станция, и, наверное, все равно надо РК-4 расширять, строить, добавлять один котел мощностью 100 гигакалорий. Вот эта проблема должна решаться. Для этого нужно еще раз провести корректировку проекта и, разумеется, предлагаться в республику. Проблему жителей поселка Жолымбет взяли на контроль депутаты Мажилиса. Парламентарии встретились с сельчанами, чьи дома разрушаются от постоянных взрывных работ на расположенном рядом руднике. Там добывают золото. Ранее в одном из сюжетов мы уже рассказывали о проблеме жителей Жолымбета. Они просили переселить их в безопасное место. И аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов обещал создать комиссию для изучения этого вопроса. С аналогичной проблемой столкнулись и жители поселка Аксу, где также добывают золото. Алматинское предприятие по производству бетонных изделий на грани закрытия. Надзорные органы считают, что завод нарушает санитарные нормы и вредит окружающей среде. Однако в компании говорят, обвинения необоснованные. Завод соблюдает все экологические требования, объем выбросов значительно уменьшился за последние 10 лет. Руководители предприятия посетовали на ситуацию на встрече с Азатом Перуашевым. Депутат Мажилиса парламента уверен, налицо технический сбой в работе госорганов. Ограничение деятельности заводов и предприятий якобы из-за нарушения санитарных норм наблюдается сейчас по всей стране. Народный избранник заверил, что непременно обратится в Генеральную прокуратуру. Сегодня мне показали в очередной раз, значит, и заключение лаборатории, и заключение клиник о том, что требования не нарушаются, требования соблюдаются. Я хочу отметить особо, что эта проблема обсуждалась на специальном заседании комитета по экономической реформе и региональному развитию в Мажилисе парламента, который выдал целый ряд рекомендаций уполномоченным органам по разрешению ситуации. Но сегодня, вот как рекомендации были выданы полгода назад, но вот сегодня, как сообщает предприятие, ничего не сделано. Наркографити массово уничтожают в Шымкенте. Полицейские волонтеры удалили более 3000 объявлений о продаже запрещенных препаратов со стен, заборов и остановочных павильонов. На встрече с полицейскими депутат Мажилиса парламента Булатбек Нажмеддинулы предложил задействовать коммунальные службы. Они могут помочь избавить мегаполис от рекламы наркотиков. Полицейские сообщили, что количество наркопреступлений в городе выросло за прошлый год. Им удалось изъять из незаконного оборота почти 140 килограммов наркотических средств. Были задержаны 573 человека. 70% задержанных – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Есть двое несовершеннолетних. В результате принятых мер в прошлом году ликвидировано 4 нарколаборатории. 3 из них – фитолаборатории, 1 – синтетическая. Также в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы из 5 человек, которая открыла интернет-магазин и продавала наркотики, используя мессенджер. Крайне важен анализ транзита наркотиков внутри страны, пути их доставки, откуда поступает сырье, где находятся лаборатории, кто всем этим занимается. Надо усилить работу МВД и КНБ в этом направлении. С 1 января в Казахстане действует новая социальная выплата для работников вредных профессий. В Карагандинской области на нее могут претендовать свыше 5500 человек. С начала года этой льготой уже воспользовались 30 жителей промышленного региона. Марина Золотарева выясняла, как поменять тяжелые условия труда на более легкие. Юрий Пономарев почти четверть века трудится на металлургическом комбинате «Темиртау». Он резчик холодного металла. Это одна из самых травмоопасных профессий. Специалист работает с острыми режущими инструментами, находится под воздействием высоких температур. Юрий решил воспользоваться новой соцвыплатой и досрочно сменить вредные условия труда.
Зная размеры средней пенсии металлурга, понял, что условия выгодные. 1180, ну, под 200, скажем так. А тут у меня будет чуть больше. До достижения 63 лет это обязательно. Выгодно очень. Если у кого есть выбор, я поддерживаю это. Специальную социальную выплату можно получить в 55, при условии, что 7 лет на работника поступали профессиональные пенсионные отчисления. Эта льгота действует до наступления пенсионного возраста – 63 лет. При этом остается право работать и дальше, только на более упрощенных условиях. Процедура простая. Специалисту вредной профессии надо просто расторгнуть трудовой договор. Данное расторжение трудового договора регистрируется на сайте МБКЗ, после чего гражданину приходит СМС на его мобильный телефон с вопросом, согласен ли он получить данную выплату. Если он согласен, тогда в автоматизированном режиме выплата со всех источников, из 4 источников, будет начисляться на его банковскую карту. Если учитывать, что пенсионный возраст 63 года, это получать дополнительные выплаты в 55 лет, это очень выгодно. Сумма соцвыплат зависит от зарплаты и стажа, и у каждого индивидуальная. По предварительным подсчетам, в этом году размер средней социальной выплаты превысит 208 тысяч тенге. К слову, соцвыплаты положены не только шахтерам и металлургам, но и энергетикам, химикам, рентгенологам. Всего в Казахстане насчитывается более 2000 вредных профессий. Марина Золотарева, Сайран Акамбаев, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24 КИЗ. Прокуроры Жамбылской области выявили факт хищения в регионе на 22 миллиона тенге. Выяснилось, что директор государственного предприятия Тазат Алас и его заместитель незаконно продали 4 служебных автомобиля. Известно, что руководители предприятия по благоустройству города Каратау составили фиктивные документы, списали действующие автомашины и продали их без проведения аукциона. Подозреваемые объяснили это тем, что не знали о незаконности такой схемы продажи. Прокуроры уже вернули 3 автомобиля стоимостью 17 миллионов тенге в госсобственность. Из них несколько передали в пользование сотрудникам районного акимата. Ведется работа по возвращению еще одного автотранспорта в госсобственность. По данному факту прокуратуры Таласского района зарегистрировано уголовное дело, которое расследуется управлением досудебного расследования прокуратуры области. В настоящее время деяния директора и заместителя квалифицированы по статье хищения и служебного подлога. По статье хищения в особо крупном размере предусмотрено наказание лишения свободы от 7 до 12 лет. По статье служебный подлог там предусмотрено максимальная мера наказания до 2 лет лишения свободы. На территории новостройки в Алатауском районе Алматы выявили факт незаконной вырубки. В результате город лишился больше 200 зеленых насаждений. Полиция возбудила уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в Управлении экологии и окружающей среды. Сейчас экологи с полицейскими и сотрудниками специализированной природоохранной прокуратуры составляют акт обследования деревьев и кустарников. Это позволит определить материальный ущерб, нанесенный городу строителям. Данные насаждения не были указаны в разрешительных документах. Также сообщаем, что по данному адресу у застройщика имеется архитектурно-планировочное задание на объект строительства многоквартирного жилого дома. Дополнительно сообщаем, что выдача разрешения на вырубку деревьев является государственной услугой. В индонезийском острове Ява столкнулись 2 пассажирских поезда. В результате ЖД-аварии погибли 4 человека. Известно, что это железнодорожники. Еще 28 пассажиров получили легкие травмы. Всего в составах было около 500 человек. Причина столкновения – нефункционирующие линии связи, которые помешали коммуникации машинистов. В результате часть вагонов одного из составов сошла с рельсов. На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Им осталось вытащить из-под груды металла еще 2 человек. Один пассажир заперт внутри вагона, другой зажат между вагонами столкнувшихся поездов. Из-за того, что вагоны перевернуты, доступ к пассажирам практически перекрыт. Сейчас мы рассматриваем 2 варианта их эвакуации: расцепить вагоны поезда или распилить их.
Токийский аэропорт Ханеда снова откроет свои взлетно-посадочные полосы 8 января этого года. Об этом сообщил министр транспорта Японии Тецуо Сайта. Сейчас спасательные службы убирают обгоревшие обломки самолетов с места возгорания. Только после этого начнут восстановительные работы. Напомню, ранее в японском аэропорту произошло столкновение двух самолетов с дальнейшим возгоранием одного из них. После инцидента власти закрыли 4 взлетно-посадочные полосы. Расследование причины аварии продолжаются. Сотни домов затопило в Великобритании из-за сильных наводнений. Среди пострадавших районов – Восточный Лондон и графства Глостершир и Ноттингемшир. Жители регионов эвакуируют в безопасное место. В королевстве действуют больше 300 предупреждений о паводках. Наводнения в стране – последствия шторма Хэнк и обильных дождей, которые привели к разливу рек. Сейчас там уровень воды достигает больше 4 метров. Отмечу, непогода в стране продолжается уже неделю. Всего за этот период пострадало больше 1000 объектов недвижимости. Около 10 тысяч домохозяйств остались без электричества. Больше 13 тысяч зданий в Алматы проверят на сейсмостойкость. Специалисты составят электронный паспорт каждого дома и внесут в единую базу. Благодаря этой информации эксперты смогут оперативно оценить устойчивость зданий, построенных в разные годы. Это уже четвертая паспортизация сооружения Алматы. С подробностями Гафу Али. Эта школа номер 9 находится в Ауэзовском районе Алматы. Здание построено полвека назад. После сейсмического аудита его решили усилить. В городском акимате сообщили, в прошлом году сейсмоусилительные работы провели в 8 школах и детском саду. В этом году укрепят конструкции еще десятка зданий. В рамках проекта сейсмоусиления проводится усиление несущей конструкции. Это у нас колонны, ригель, усиление фундамента. Также в рамках данной программы, помимо сейсмоусиления, проводится и капитальный ремонт самого объекта. Это отделочные работы, замена кровли, замена инженерных сетей, замена фасадных материалов. На каждый алматинский дом будет составлен электронный сейсмический паспорт, куда загрузят информацию о состоянии объекта. Сейсмостойкость зданий в городе проверяют специалисты из КАЗНИСА. В прошлом году они оценили 3500 объектов. В рамках этой паспортизации были даны рекомендации по усилению, то есть определен несоответствие с требованием действующих норм, сейсмостойка или не сейсмостойка. Туда входили это многоквартирные жилые дома, мы его называем МЖД, и школы, больницы, детские сады, поликлиники и административные здания, в том числе торговые развлекательные центры, крупные магазины, они вошли в этот список. Такие исследования необходимы, так как Алматы находится в сейсмически опасной зоне. Первый сейсмический аудит в городе был проведен в 1990 году. Гафу Али, Мухит Кудухбаев и Радик Джакупов, 24KZ, Алматы. Больше 58 миллиардов тенге вложат в развитие туристической отрасли в Алматинской области. На сегодняшний день между областным акиматом и группой инвесторов подписан меморандум о поддержке проекта по развитию и расширению горнолыжного курорта Ой-Карагай. До 2028 года инвесторы построят 7 подъемников, увеличат протяженность горнолыжных трасс на 20 километров, оборудуют склоны. Таким образом, курорт станет туристическим объектом, соответствующим международным стандартам. В текущем году акиматом планируется поддержка данного проекта в рамках строительства двух автомобильных дорог, газоснабжения, водоснабжения, линии электропередач для дополнительных мощностей. В рамках данного проекта планируется создание 550 рабочих мест в течение 4 лет. Также будут поступления, налоговых поступлений ожидается на 1,6 миллиардов ежегодно. Таковы были новости к этому часу. До встречи в эфире.